Сейчас на повестке дня День Республики и мероприятия из деловой части его программы. Кроме того, уже завтра в Чебоксарах пройдет заседание Координационного совета по рекламе и Консультативного совета по защите прав потребителей государств-участников СНГ. К заседанию обоих советов приурочили и межрегиональный фестиваль маркетинга и рекламы «Открытая Волга», открытие которого состоится завтра в Ледовом дворце. Также можно будет увидеть выставку конкурсных работ фестиваля и экспозиции туристического потенциала стран СНГ. Следом за этим делегация Чувашии во главе с Михаилом Игнатьевым отправится в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в одном из самых крупных международных экономических форумов. Сформирована делегация, сформирована программа пребывания, будет подписана ряд соглашений. Соглашение это с агентством стратегических инициатив и агентством по развитию профессиональных сообществ рабочих кадров WorldSkills. Мы вошли в пилотные регионы. В рамках Питера с 10 пилотными регионами будет подписано соглашение. Но хотел бы отметить, что за этим стоит большая работа. С 2012 года было реализовано движение WorldSkills по России. И наша республика тоже участвовала в нем. И есть определенные победы, заслуги. Поэтому нас выбрали в пилоты и подписано соглашение форума. Кроме того, расширяем взаимодействие с региональными, региональное взаимодействие, подписываем соглашение с Кировской областью, и план конкретных мероприятий все органы власти республики прописано, как ответственный исполнитель по своим направлениям. Тоже отработано участие и подписание соглашения это с государственно-частным партнерством.